Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие родители. Позвольте представиться, меня зовут Воронов Артем Анатольевич. Я являюсь проректором Московского физико-технического института по учебной работе и доводовской подготовке. Кроме того, я в этом же университете веду уже 15 лет физику для студентов. И на данный момент еще я являюсь руководителем Центральной предметной методической комиссии, которая составляет задачи для регионального и для всероссийского этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике. И автоматически я являюсь руководителем национальной сборной по физике и отвечаю за качество, за методику подготовки ребят. К вам я в гости приехал для того, чтобы познакомиться с ребятами из Красноярского края, из Красноярска, из вашей школы. Попытаться поставить те сложные задачи, которые так или иначе возникают на Всероссийской олимпиаде школьников. Имея в виду, что все-таки существуют разные методики, подходы и некоторый особенный настрой, который есть у олимпиадников, я постарался его сегодня передать ребятам. И я очень надеюсь, что по итогам нашей короткой встречи трехдневной школьники, которые слушали меня, все-таки сделают какие-то выводы для себя и решат более серьезно заниматься олимпиадами. А может быть, просто кто-то из ребят решит, что физика – это то, с чем он хочет уже окончательно связать свою жизнь, жизненный путь, и пойти в университет, учиться на соответствующую специальность. Как это в свое время сделал я, поскольку мой путь начинался в Челябинске, в физмат-лицее номер 31, и благодаря тому, что я участвовал, выигрывал в разного уровня олимпиадах, я решил, что я стану физиком, и вот благодаря этому поступил в МФТИ, и я являюсь кандидатом физико-математических наук, и являюсь специалистом в области лазерной физики и инфракрасной спектроскопии. Поэтому, дорогие ребята, приглашаю вас в интересный мир физики и желаю вам успехов на тех направлениях, которые вы выберете, независимо от того, что вы выберете. Всего доброго.